В субботу «Энергия» провела последнюю игру в этом календарном году. Соперником нашего клуба на этот раз стала команда «Вологда Чеваката». Это наши принципиальные соперники, соседи по турнирной таблице. И победа над ними дает нам большое преимущество. Команда сильная, команда в начале навязала свою игру, и мы немного растерялись, конечно, не могли первые 5 минут настроить, наладить свою игру. Действительно, первая половина игры у наших баскетболисток как-то не складывалась. Гости не хотели отдавать преимущество. Но к концу второй 10-минутки их отрыв по очкам был уже минимальным. Третий тайм начался атаками черно-оранжевых, которые вскоре подарили ивановкам фору в несколько очков. К концу игры «Энергия» лидировала уже на 11 очков. Итог встречи двух принципиальных соперников 72-61. Пользу хозяек паркета. Соперник очень сильный, и должно было быть жесткое сопротивление, что они и доказали в первом периоде. Вот первый период нам сегодня не удался, а потом была почти идеальная игра. Девчонки, конечно, молодцы, и тренер все сделали правильно. «Энергия» сделала новогодний подарок своим болельщикам. Ведь победа над «Вологдой» уже пятая в этом сезоне первенства премьер-лиги. Вообще, этот год оказался для наших баскетболисток одним из самых плодотворных. Мы сделали большой подарок в мае болельщикам, когда в прошлом сезоне заняли 7-е место и завоевали путевку в Кубок Европы. Потом был очень тяжелый этап, когда нужно было находить средства для того, чтобы готовиться к новому сезону. К сожалению, именно из-за средств мы не смогли принять участие в Кубке Европы. Но вот концовка года вышла просто отличной. Мы установили очередной командный рекорд. Никогда мы не выигрывали 5 игр в первом круге в премьер-лиге. Никогда мы вот так здорово не играли, как в этом году. Остается надеяться, что с тем же успехом ивановки продолжат борьбу. Уже в новом 2014 году. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.